Минобороны Армении недосчиталось 56 миллионов драмов. Правительство Армении сократило ассигнование в Минобороны на 56,8 миллиона драмов в госбюджете 2018 года. Об этом армия АС передает со ссылкой на армянские СМИ. Ресурсы будут направлены на расходы, данные о которых будут доложены мной при представлении секретных пунктов законопроекта, сказал министр обороны Давид Танаян. В то же время министр попросил дать дополнительный день для проведения технических корректировок в законопроекте. Мовсеса Акопяна отмазывает от правосудия его племянник, секретарь СНБ Республики Армения. Газета «Иратис» пишет, что армянское правосудие бессильно в отношении экс-начальника генштаба армянской армии Мовсеса Акопяна. Благодаря усилиям его племянника, нынешнего секретаря Совета нацбезопасности Армена Григоряна, который стремится оградить дядюшку от любых обвинений. В период пребывания в должности Мовсес Акопян имел серьезные и разветвленные интересы в сфере бизнеса. Так, согласно СМИ, большую часть поставок военному ведомству осуществляли лишь 3-4 компании, которые принадлежали начальнику генштаба. Согласно тем же источникам, именно Мовсес Акопян в свое время организовал утечки в прессе о занимавшем в то время пост министра обороны Вигения Саркисяне. Проще говоря, подкопывался под своего непосредственного начальника. Сегодня же он пребывает на почетной, но мало к чему обязывающей, должности главного инспектора Минобороны. А племянничек продолжает его крышевать, видимо, в благодарность за то, что он, нынешний секретарь Совета национальной безопасности, проходил свою воинскую службу, отнюдь не на передовой, пишет армянская газета. Командир батальона армянской армии совершил дезертирство. Мы неоднократно писали о том, что в армянской армии растет число негативных случаев, в частности, дезертирства. Но если ранее в криминальной сводке мелькали, в основном, рядовые солдаты, сержанты и младший офицерский состав, то теперь ее героями становятся даже командиры воинских частей. Как передает армия АС со ссылкой на армянские СМИ, в отношении командира батальона одной из воинских частей Минобороны Армении Гамлета Погосяна выдвинуто обвинение в дезертирстве. Согласно обвинению, 19-29 ноября 2017 года Погосян находился в краткосрочном отпуске. Однако 30 ноября он так и не вернулся в свою часть. В отношении Погосяна было возбуждено уголовное дело по статье «Дезертирство», и он был взят под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Вот и все, что думаете вы, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!